Мы публично говорим о том, что Донецкая и Луганская народные республики сегодня являются особыми субъектами Российской Федерации. То, какую работу мы проводим с точки зрения народной дипломатии, это сегодня очень важно. Нам нужно наращивать взаимовыгодные экономические программы, социальное сотрудничество, сотрудничество политическое. Это позволит сегодня нам двинуться дальше. Мы тем самым даем посыл всей территории Украины, как нужно объединяться. Там миллионы наших российских соотечественников. Им нужно поступить по примеру Донецкой и Луганской народной республики, объединиться в мощное пророссийское движение.